Пришла зима, и наступили холода, и выходного не могу дождаться я. Ведь превратилась лед прозрачная вода, а значит, здравствуй, моя верная пешня. Ах, этот первый, самый-самый первый лед, он нас чарует и волнует, и зовет. Ходить по льду всю зиму будем вновь и вновь, но самый первый, он как первая любовь. Вот оснастка, чё, леска от катушки, грузилок, стопорок. Здесь петля, ну и поводок, где-то сантиметров, наверное, сколько? 25. Ну, и тройничок такой небольшой вот. Все, это так, за хвост цепляем, да? Ближе вот так вот, да, за хвост. Ага. Он уже пробитый карась у нас. Он уже плавал здесь, да? Что-то он этот, а вон поплыл. И снова здравствуйте, мои уважаемые друзья. Мы снова вместе, мы снова на рыбалке. Сегодня мне компанию составляет мой подписчик Дамир. Поприветствуй всех. Обещал сегодня, что мы наловим щуку, поэтому кроме этого мы будем рыбачить еще и на удочку. Половим сорожку, может, окушка. Даст бог, если все сложится. Поэтому смотрите ролик до конца, поддерживайте лайками. Думаю, что будет интересно. Конечно, все будет. Пару слов. Как все думаешь, будет сложится? Все будет. Все, если Дамир сказал, все будет, значит, все будет. Поэтому смотрим. Это первая лунка, которую мы сегодня разбурили. Лед довольно-таки толстый, мы сомневались. Ну, сантиметров 10 точно есть, 12 может даже. Так, первая сработочка. Попробуй. Сам. Че? Тащи. Она сожла. Немножко слабину дал. Нет, она уже походу сошла. Блин, надо было это посекать. Первое, короче, блин, комом. Идем дальше. Вот первая рыбка. Дополняем, как говорится, к нашим живцам еще одного солдата. Полосатого солдата, да? Окушок. Ух! Полосатые сегодня, да? Уже вторая. Вот такой костюм хочу, прикольно. Здрасте, люди добрые. Как у вас с уловом? Ну ладно, хоть мелко есть. Но мы жерлицы поставили, жерлицы ждем. Так. Две сработки было, так тишина. Ну нет, не реализовали. Ну мы и рыбачим час. Ну. Да мы первый раз здесь. Пока некуда больше, да? Во, надо какой аппарат. Врун, везде набурил лунг. Там толпушка сидит прям. Ну я смотрю, много по озеру места. Еще и туда не заходили дальше. Там что творится? Там же дальше еще идет она, туда дальше заходит, да? Там, по-моему, она узко становится. Узко становится. Че, как? Сработки были? Пока нет. Ну мы тоже там это поставили. И почем такая стоит приколюха? Ну если 12. Все вместе, да, в районе 12. Ну и аккумулятор смотрю. Ну да, аккумулятор. Это самое, наверное, важное здесь. Чем больше, тем лучше емкость. Ну да. Тоже первый раз здесь, Ильин? Да, мы да? Все вместе. Откуда? Салават. Салават? Рыбешка. Первая рыбешка, друзья. О, вот она.
сорожечка. Вот такая вот некрупная. Загадила мою руку все. О, есть. Прям в прямом эфире нормально. Какая-то рыбка есть там. Опа. О, сорожка. Нам на жерлице. Нормально. Вот сюда. Опа. Давай. Твоя? Тебе. Сейчас. Ты подсёк, да? Щука. Хороший, похоже. Сорвалась, что ли? Сорвалась, да? Не-не-не. Подожди. Оторвала. Да хорош. А чё ж ты немножко её не отпустил? Я сполкнул. Хорошая была щука. Больше, чем тогда. Поймал. А зачем? Зачем ты так жестко тянул? Поехали домой. Серьезно? Ах, этот первый, самый-самый первый лед. Он нас чарует и волнует, и зовет. Ходить по льду всю зиму будем вновь и вновь. Но самый первый, он как первая любовь.